Итак, приветствую на канале Cuts My Life. Сегодня мы поговорим о укороченных патронах для 410-й сайги. Чтобы стрелять укороченными патронами 410-й сайги, нам нужен, соответственно, магазин, короткий магазин. Короткий магазин — это 5.45, ближайший. Смотрите, вот он уже переделанный под короткие патроны. О патронах мы поговорим попозже. Но он себя ведет некорректно, так как патроны, когда соприкасаются, они цепляются друг за друга. Соответственно, получается клин. Я подошел к этому вопросу, и у меня получился вот такой вот магазин. Пятка, не пятка, как сказать, подаватель магазина, да, он должен быть под наклоном. Если мы видим, сравниваем, какой вот этот магазин прямой, да, и какой этот магазин. Соответственно, я подошел к вопросу так: переделывать патроны, вот эти юбку, гильзы, смысла нет постоянно, да, там пострелял, какие-то гильзы потерял. Я взял оригинальный 410 магазин и сравнил. И увидел сразу, что здесь у нас горочка, подаватель, да, где затвор бегает, берет патрон. Соответственно, я взял всеми нами любимый магазин, беспонтовый, там, если видео посмотрите, увидите, он клинил постоянно. Взял подаватель и переделал, соответственно, под этот магазин. Теперь ничего не клинит, отстрел будет позже видео, потому что погодные условия нам не дают съездить, пострелять. Вот, теперь что у нас по патронам. Вот, кстати, оригинальный 5.45 подаватель. Что у нас по патронам? Я взял гильзу, это у нас макет, если что. Взял гильзу от тех крима, соответственно. Ее не пилил, ничего. Взял вот такую вот пулечку, посадил ее. И все у нас окей. Так, размер у нас получился, по-моему, 3 шестерочки. Но они по-разному там могут не бить. А нет, 56-е. Размеры у нас получились 56-е. 56, 56,5, 55 вот есть. Ну, то есть вот эти сотые, они вообще не играют. Вот 56,1. Вот давайте посмотрим. Они у нас входят, как говорится, и выходят. Все снаряжается, все окей. Все подает, нам тоже это немаловажно. Если у нас будет сильно утоплено, допустим, если мы сделаем ровно, у нас получается сильно утоплено, ну, то есть оно ровно встает. Видите, как у нас, какая разница? Разница, и сразу видно, как должно быть. Ну вот, сравним, да? Вроде бы градусы небольшие, но они влияют. Тут не знаю, сколько градусов. Вот, если так видно. Видно нам, да? Все. Они влияют на подачу. То есть пулька у нас вот такая. Нашего производства. Если кому надо, обращайтесь. Гильзы переделывать не надо. Они как есть, так они и есть. Собраны. То есть у нас получается вот такой вот патрончик. Это тоже макет. У нас есть патроны. Это я помечаю специально, чтобы не путаться, потому что разновидности у меня боеприпасов разные, чтобы не путаться, я их помечаю. Вот, так что делайте выводы, кому это интересно. Все подается, все отлично, проверено на стволе, но отстрелов пока нету. Но то есть он выкидывает эти гильзы,
460 своя игра, она выкидывает нормально, утыканий никаких нету, все четко. Вот, что еще? Ну, есть еще и такие, но это уже пиленные гильзы до 40 миллиметров, то есть 10 миллиметров. 10 миллиметров срезалось у нас. Получается, такие патрончики, кстати, они тоже подаются, все четко. То есть размер патрона уже не влияет. Размер. То есть, если мы берем пластиковые гильзы и пилим их, ну, для, снаряженные уже, они получаются 55, и они тоже там через раз подают, ну, в зависимости от производителя этого гильзы. Если гильзы красные, я не помню, кто там, турецкий, не турецкий, они подают и на таком магазине свободно подают, потому что у них юбка, она закругленная вот здесь. Юбка закругленная, и она не цепляется. То есть проблема была в зацепе не подавать. Потому что, во-первых, у нас они прямые, идут вот здесь снаряженные, они прямые, и за это цепляется. А когда они уже под наклоном, соответственно, ну, легче они сходят с зацепа. Ну вот как-то так. Вот такие магазины у нас. Давайте сейчас еще разберу, покажу, что там у нас внутри, как это все выглядит. Выглядит именно вот так. Это ограничитель у нас стоит. Вот второй ограничитель. То есть тупо распилен был вот этот, такой вот магазин, ну, наподобие, только конченый. Там у нас видео есть, где стреляю, клинит постоянно. Вот. Вот так вот все сделано. Все намертво сделано. Я пробовал оторвать, ничего не отрывается. То есть нормально подает. Несколько раз, наверное, 12 я примыкал магазин к Сайге. 8 патриков, все заебись, они отлетали нахуй, ну то есть никаких проблем никаких не было. Вот как-то так. Всем удачи, всем пока.